Волга, солнце, пляж, улыбки людей. Ради такой атмосферы и приходят по утрам на Самарскую набережную пляжные теннисисты. Сначала разминаются, а потом проводят товарищеские матчи, по-дружески соперничая, но все равно поддерживая друг друга. У нас был какой-то комьюнити людей, которые давно занимаются пляжным теннисом, но сейчас, вот благодаря тому, что здесь это стало общедоступно, таких людей становится все больше и больше. И это такая атмосфера жизни, здесь все кипит, все улыбаются, все друг друга поддерживают, и это несравнимо ни с чем. Площадки для пляжного тенниса на спуске с улицы Льва Толстого работают в рамках муниципальной программы «Самара в движении». Ознакомившись с расписанием в группе ВКонтакте, любой желающий может прийти на пробную тренировку. Профессионалы отмечают, люди, у которых был опыт игры в большой или настольный теннис, или в бадминтон, могут освоить эту разновидность спорта за одно занятие. Для начинающих одного часа вполне достаточно для того, чтобы познакомиться с игрой. Начинаем с того, чтобы правильно учить держать ракетку, основы правил игры в пляжный теннис, и затем проходимся по базовым ударам. В конце тренировки большинство уже может даже разыграть розыгрыш и подержать друг с другом мяч. Здесь проводят и детские тренировки. Многие ребята так и познакомились с этим видом спорта, а теперь защищают честь региона на всероссийских и мировых соревнованиях. Занятия на набережной будут продолжаться, пока будет позволять погода. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.